Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по буксу SEO на просмотре рекламы. Значит, я здесь просматриваю сайты, хочу проверить. Здесь довольно-таки много. Ну и быстро просматривается. У меня уже 184 этих SEO монет. Это значит рубль 84. Так? Я хочу проверить его на вывод. Я ничего еще не пополняла, еще рекламку тоже ничего я не делала. Значит, проверим на вывод. Значит, выплаты осуществляются в автоматическом режиме и только на платежную систему Payeer. Сюда вписываем. Вписываем мы что? Payeer кошелек. Так. 185 монет у меня, это рубль 85. Так, минимум 100 монет, это рубль. Нажимаю вывести. Ага, 100. Так. Ага, у меня 184. Надо вот сюда поставить циферку 4. Вот так. Так. Нажимаю вывести теперь правильно. Выплачено. Сейчас я перейду на кошелек и проверю. Покажу вам выплату. Так, значит, 19 ноября. Перевод выполнен. Сумма получения рубль 82. Payeer у нас берет комиссию. Так, выплата пользователю мой логин. Букс платит инстантом. Ну что, мелочь вот эту, как бы она не выводится. Так что, когда при выводе, смотрите, чтобы здесь округляется, как бы 185, да? А вот у меня было 184 монеты. Ну что, будем дальше работать. Букс нормальный, как бы. И монетки набираются быстро. Это, что я так мало набрала, чисто для вывода. На этом все. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.